Так деньги поступят в Северную Осетию, Хакасию, Красноярский край, Ивановскую, Нижегородскую, Самарскую, Иркутскую и Оренбургскую области. Известно, что наш регион получит 13,5 миллионов рублей. В региональном министерстве сельского хозяйства пояснили, что средства направят на гранты «Агростартап». Это самый востребованный вид субсидий в Оренбурге, говорят специалисты профильного ведомства. Выдается начинающим фермерам безвозмездно. Максимальная сумма – 5 миллионов рублей. Деньги можно получить на развитие мясного и молочного скотоводства, овцеводства, на выращивание аквакультуры и овощей. В связи с тем, что грант «Агростартап» востребован в Оренбургской области среди наших начинающих фермеров, правительством области было принято решение о направлении дополнительной заявки в федеральный Минсельхоз на предоставление дополнительных средств. В связи с чем 30 сентября правительством Российской Федерации подписано распоряжение о перераспределении средств, и Оренбургской области предоставлено дополнительно 13,5 миллионов. В этом году конкурс проведен в апреле. Приняли участие 23 начинающих агробизнеса. Выделены гранты на общую сумму 106 миллионов рублей. Как будут перераспределены дополнительные деньги, 13,5 миллионов рублей, решит специальная комиссия из числа уже определившихся участников. С полным списком можно ознакомиться на официальном сайте профильного ведомства.